Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. В этом видео мы представляем новинку от российского бренда 545 Design – универсальное сиденье Transformer. Которое было разработано по заказу элитных подразделений Российской Федерации. Зачастую военные сталкиваются с такой острой проблемой, как демаскирующие свойства тех ковриков, которые они используют. Даже если коврики выполняются в неярких цветах, например, оттенков зеленого, этого недостаточно. Человеческий глаз очень быстро вычисляет такие недостатки, и весь комплекс маскировочных предприятий становится неэффективным. Для того, чтобы наше сиденье вписывалось в общий принт вашего снаряжения, оно выполняется в различных аспектах. Это Multicam, Atax Foliar Green, Atax EU, Ranger Green. Все расцветки оригинальные и маскируют как в видимом, так и в ИК-спектре. Прочная износоустойчивая ткань Картура 500 Денье обеспечивает целостность всему изделию при контакте с острыми предметами. Теперь перейдем к конструкции. Для фиксации сидений на талии пользователя оно снабжено полностью регулируемым ремнем шириной 2,5 см, который застегивается при помощи пряжки фаса. Для большего комфорта и плотного прилегания ремень снабжен кольцами с плотной резинки, которую при привождении легко заменить самостоятельно. Расположение ремня препятствует задиранию верхней части сидения под рюкзак. Основная часть конструкции состоит из двух теплоизолирующих сегментов размером 45 на 30 см, соединенных между собой. Один находится поверх другого, и вместе они образуют двойной пакет, который гарантированно защищает вас от переохлаждения при нахождении на холодной поверхности, будь то бетон, мокрое бревно или бронетехника. Каждый сегмент изделия имеет доступ внутрь при помощи клапана на липучке Velcro, благодаря чему вы самостоятельно можете варьировать теплоизолирующие вставки, заменяя их по мере износа, либо комплектовать сиденье бронеэлементами. Чтобы обе части сиденья плотно прилегали друг к другу и не создавали посторонние звуки, они прижимаются широкой 4-сантиметровой стропой или пучкой велка. По бокам каждого сегмента есть кулиска с резинкой и стопором. Эта деталь конструкции позволяет придавать сиденью изогнутую, анатомически удобную форму посредством затягивания резины. Площадь и форма изделия исключают неудобства при занятии позиции на колено. А теперь обратите внимание на основную особенность конструкции. В разложенном виде пятиточник превращается в небольшой коврик-каремат полезной площадью 95 на 30 см, что позволит вам находиться долгое время в положении лежа. Это необходимо для стрельбы, для решения задач наблюдения и так далее. Конечно же, полноценный туристический коврик он не заменит, но в экстремальной ситуации его можно использовать для организации днем без риска переохлаждения, дополнив его другими предметами носимого снаряжения – жилетом, рюкзаком или скатками одежды. Специальное сиденье Transformer Точка от 545 Design будет востребована в той сфере, где необходимо многофункциональное унифицированное тактическое снаряжение. Это группа патрулирования, снайперы, охотники, любители образа жизни в стиле outdoor. Товар уже в продаже, спрашивайте в нашем магазине, пишите комментарии о вашем мнении. До новых встреч!